так генгэк пати можно было проводить. Готова? Ты готова? Да! То начнется эксперимент. Итак, это новое видео на нашем канале! Ребята, мы решили попробовать новый формат. Мы купили кучу детских экспериментов. Мы купили 4 эксперимента. Много пены. Что у тебя? Извержение вулкана. А также искусственный снег и фараоновая змея. Так, Оливия, выбирай, какой эксперимент мы откроем первым. Какой выберет эксперимент Оливия? Извержение вулкана. Так. Давай прочитаем, что же для него необходимо. Сделайте вулкан из космического песка. Добавьте компоненты А и Б и пигмент жерла вулкана. Добавьте воду и наблюдайте за процессом. Готово? Да. Класс. Итак, что у нас здесь в пробирках? Кинетический песок, лимонная кислота, карбонат натрия звучит жестко и синий порошок. Нормальный порошок. Нам нужно с тобой слепить вот такой вот вулкан. Нам понадобится тарелочка. Так, Оливия, это кинетический песок. С ним тебе работать можно. Нам нужно слепить вот такой вулкан. Давай, надо сделать башенку. Делай башенку. Вулкан так себе. Сейчас, подожди. Как выглядит вулкан? Ну, такая штука с дыркой внутри. Я тоже подхожу так-то под это описание, если на то пошло. Похоже на вулкан. Это штука с дыркой внутри. Ну все. Так, это вулкан. Олива, что это вы слепили? Вулкан. Вулкан. Где наша инструкция? Добавьте компоненты А и Б. Так, Оливия, теперь самое важное. Мы добавляем компоненты. При этом мы отодвигаем это подальше от себя ради мер безопасности. Ты только наблюдаешь, хорошо? Сначала мы добавляем компонент А. Ты можешь пока украшать стол. Добавляем компонент А, карбонат натрия. Олива, смотри. Компонент Б, лимонная кислота. Так, и третий компонент, это краситель. Добавляем воду. Оливия, смотри, сейчас наш вулкан будет извергаться. 3, 2, 1. Ура, работает! У нас есть домашний вулкан! Близко не суемся. Ничего себе! Ну как тебе, Оливия? Так, этот эксперимент я даю нашим ассистентам. Забирайте. Туда иди, клади на стол. Как поворачиваться? Вот так, да? Да. Тот эксперимент закончился. Что мы выберем следующим этапом? Снимайте поближе, пожалуйста. Мы выбрали много пены из ничего. Я думал, ты меня поддержишь. Что необходимо сделать? Поочередно добавьте в бутылку компоненты А, Б и С и пигмент. Закройте крышку и хорошо потрясите флакон. Поставьте флакон на тарелку и постепенно добавляйте воду. Пенное извержение готово! О! Наклейки! Еще! Ей походу в этой игре нравятся наклейки, а не эксперимент. Наш флакон. А не проще было просто дать колу и ментос? Так, располагаем их поочередно. А, Б, С, пигмент. И перемешать надо. Берем ножницы. Так, в следующий раз надо обязательно купить каску и очки. А, что же у нас за пигмент А? Это карбонат натрия. Походу, мы часто будем встречать эту непонятную субстанцию. Вторая непонятная субстанция – это лимонная кислота. Нет, это потом, это в самом конце. Субстанция С. Лактат кальция. Лактат. Так. После того, как мы добавили все компоненты, мы их хорошенечко перемешиваем.
Давай, перемешивай. Тряси, как папа. А, стой, да, мы с тобой не добавили пигмент, потому что он был у тебя. Тебе так нравится? Опасность на производстве. Правильно, нужно прятаться под стол в этой ситуации. Оливия, нужно перемешать, как папа. A few moments later. Так, готово. Сейчас мы... Оливочку подбросим. Да. Откуда ты знаешь? Потому что стопом она вылезет на меня. Правильно. Техника безопасности прежде всего. Добавляем воды. Ты готова? Три. Может больше воды? Ух ты! Сколько пены! А, видишь, как идет? Эпично. Это вот так Генри Пати можно было проводить. Илья! Илья! Что надо? Забрать! Это что? Это вечная пена. Вы что наделали? Бассейн. Давай! Купайся! Забирай, 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 забирай. Шел я купаться. Итак, Оливия, у нас есть фараоновая змея и искусственный снег. Что ты выберешь? Искусственный снег! Я змею боюсь. Змею боишься? Так, целый сугроб снега мы сейчас с тобой сделаем, представляешь? Да. Пересыпьте компонент А в контейнер. Добавьте 200 мл воды, дождитесь появления сугроба. Теперь из снега можно лепить снежки. И конфетку нужно пить, да? Так, здесь у нас явно не 200 мл, нужно добавить немножко воды. И я! А где вода? Подписчики, я налил воды. Что дальше? Давай сюда. Игорь! Игорь! Иди сюда! Насыпаем компонент А. Мы не знаем, что это за компонент, он тут подписан. Так, аккуратно, стой. И наливаем 200 мл воды. Смотри, он реально как снег. Ослепите снежки. Он мокрый, реально как снег. Ну какой-то мягкий такой на ощупь. Сейчас, давай попробуем. Так, ну смотри, мы слепили снежок, и его нужно в кого-то кинуть, да? А может, меня? А может, в Илью? А я не согласен. Давай, зовем. Илья! Дайте, пожалуйста. А он не липнется. Он не липнется. Кто-то меня звал? Ну, это реально прикольно. А что это такое вообще? Какие-то силиконовые шарики? Ну, что-то такое. Набухли просто силикон. Прикольно, да? Ну да, он не липнет. Тихо, не надо! Стоп, подожди, не кидаем. Что это залипательно? Да! Смотрите, вся съемочная группа пришла поиграть снежки. Очень интересная и мягкая на ощупь. Я смотрю. Олива, как тебе этот эксперимент? Понравился? Да! Очень крутой! Все, пойдем ручки мыть. Так, у нас пауза, мы пошли мыть руки и убираться со стола. Перерыв! Ручки аккуратно. И последний эксперимент, который у нас остался, это вырасти свою фараоновую змею из пламени. Какую? Фараоновую из пламени. Я его вырежу.
не бойся. А такая, послушная. Расположите таблетку сухого горючего на керамической плитке. Разместите 3 таблетки компонента B по периметру сухого горючего. Подождите сухое горючее и наблюдайте за процессом. Чтобы потушить сухое горючее, накройте его стаканом. Нам понадобится. У кого есть зажигалка? Нам нечем поджечь. Спасибо, что Наташа у нас пироманка. Итак, погнали. Все делает папа, ты смотришь. Договорились? Можно тарелку? Можем на тарелку. Илья, тарелка! Это тарелка? Нет. Закрытую тарелку. Не такую глубокую, стеклянную. Открой посудомойку. Возьми тарелку. Нет, это доска. Да, неси сюда. Молодец, иди отсюда. Итак, мы выкладываем сухое горючее. Так, не трогать. Мы кладем... Конфеты. Нет, это не конфеты, поверь. Трогать нельзя. Кстати, а где стакан? Нам нужен стакан. Илья! Стакан! Готова? Да. Ты готова? Да. То начнется эксперимент. Алива. Сейчас пойдут фараоновые змеи. Ух ты! Смотри. Змея. Это змея? Это змея. Это змея. Посмотри, как она лезет. Бля. Ты глупая. Ты глупая. Мы с тобой не играем. Не играем мы с тобой. Смотри, какие они большие уже становятся. Эй, змея! Так, три. Три, представляешь? Почему? Мы же 3 таблетки положили. Смотри, какие высокие становятся, большие. Потрогай? Нет, они горячие, ты что, нельзя их трогать? Конечно, больно, это же огонь! Красиво? Да, а смотри, какие они красивые, такие светятся красным внутри. А давайте берем. Берем? Да. Илья! Смотри, какие они есть. Смотри, как их много. Смотри, какие есть на большом. Ага. Она упала. Ага. Чтобы прекратить этот эксперимент, мы просто перекрываем кислород нашему огню. Все. Теперь наш подручный Илья. Илья! Я пришел, что вы хотите от меня оба? Забирай! Это что? Можешь покушать. Как пахнет не очень. Итак, мы надеемся, вам понравилась наша новая рубрика про эксперименты. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оливия, тебе понравились наши эксперименты? Клевые? Давай еще. Еще? Хорошо, если это видео наберет 200 тысяч просмотров, мы снимем вторую часть, купим еще экспериментов и сделаем их. Пока моя вторая напарница убежала, а первый лежит с животиком. Я завершаю это видео один. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, какой из экспериментов вам понравился. Больше всего. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, какой эксперимент вам понравился больше всего. Поставьте колокольчик и репостите это видео, помогая продвижению нашего канала. Всем пока! Пока-пока!